Молчи, молчать надо быстро. Сегодня будет Гребёт Рио снова, как вы понимаете. И это продолжение Airfield Чхазы. Что, 16 уровень у нас, вот смотрите, это что такое? Это напоминает самолеты. Вы так думаете, да, конечно. И вы посмотрите, это действительно самолеты, это не что иное, как самолеты. Вы думали, это не то, нет, это самолеты. Так, ну вот и все. Конец. Кроме этой птицы. Арх, что делать-то? Можно, конечно, сбросить эти камешки, но зачем? Хотя, ну, да. Ну вот и все, смотрите. И забьем этих свинок. Все. Готово. Давайте подождем. Да, я только сейчас заметил, но смотрите, на земле травинки всякие немалые. Ах, и ничего абсолютно ничего нету. Так, здесь что-то еще интересненькое. Якобы. Мне кажется, нужно попасть в самую глубину. Вот туда вот. Тогда все взорвется совсем. Ну и не совсем, но частично. Так, теперь здесь. Ага. Бабак тут. И остается последняя клетка. И никаких сложностей. Как видите, уровни здесь достаточно простые, в отличие от первой части. Хотя, ну, если подумать, можно сомневаться в этом. Ага. И здесь, похоже, надо взорвать. Вот проблемы. А вот и нет, нет проблем. Ну ладно. Тем не менее, мы продолжаем. Опять какие-то платформы непонятные. Птица наша новая, которая, по идее, в самолете была. В смысле, эту птицу похитили вообще-то. Ага, что же делать? Ну давайте туда. О, отлично. Даже не пришлось сбивать тех птиц. Хья. Все. Ну, думаю, дальше все. Ох ты, я еще заметил кое-что. Забор. Заметьте, забор на заднем фоне. На переднем фоне. Что-то я не замечал никогда. Забор. Бабах. А, это птичка. Сложно будет ее сбить. По-моему. Это сделать можно сильный толчок. Самый сильный, как. Вот и все, теперь мы туда не долетим никогда. Ну да. Поэтому следует долететь сразу же туда, как можно дальше. Ну, как получится. Тут лучше не спешить. Хотя нет, спешить лучше надо. Так. Нет. Надо просто правильный толчок сделать, и все. Ни проблем никаких не будет. Надеюсь. О, да, покатились. Ну и давайте толчок еще один. Так, что-то уже получше, но сейчас, наверное, попаду точно. Ну, попал, конечно, но не туда. Хорошо, еще повтор. Может вот так что-то. Да! Идеально! Похоже, что получилось. Конечно же. Эти канистры взрываются почему-то. Рекорд не знает, что такое за фигня, почему не так. Не должно быть все. Ну, давайте, пойдем. Там бабах можно сделать, но это, наверное, сделаем прямо сейчас.
Ну вот. Плохо. А, нет, хорошо. Ничего плохого нету. Быстро пройдем. Ну, давайте толчок, как всегда. Потом еще как-нибудь. Ну, сейчас понесется совсем. Все разрушится. Якобы. На самом деле, не, ничего не будет разрушаться. Эти уцелели. Да ну вас. Все же несложно разрушим, ладно. В таком случае мы используем вот этот. Даем удар сверху. А потом еще сверху. А потом еще сверху. Так, теперь нужно можно больше сбить всех. Вот так. И как-нибудь по-хитрому. Ну, почти получилось. Надеюсь, вы не обиделись. Ага. Так. Подождем. Запускаем. Неправильно, нужно было подождать еще, ладно. Нет, не подождать. Раз, еще разок свалим все это все. Так, одна клетка улетела далеко. Отлично, отлично. Ну давайте собьем сразу. У птицы, раз уж так все вышло. Это что такое за магия? Опять. Что за фигня? Опять. Ладно, будем думать, что это рука держит это. Ну вот, опять обманули всех. 23. О, это ж пружинище батуты. Ой. Сейчас будет веселье. Якобы. Ра! Давайте мы запускаем как в разные стороны. Ну да, тут придется подождать немного. Так не вышло. Ну так, конечно, тоже не выйдет или выйдет. Так, вот так, допустим. Он не в ту сторону прыгает. Противный. Так, ладно, отдалим совсем. Вот такая дальность будет хороша. Ага. Это зря. Еще подальше чуть. А вот и нет. А вот такой траектории попадет куда-нибудь. А вот и нет. Ну давайте подождем. Отличное начало. Нам сейчас плохой конец сделать. Ну, как-то не очень. Там есть бабах можно сделать, но опять, как говорится, ничего не выйдет без птицы. Так, ладно. Подгумер. Блин. Еще разок. Что я сделаю то же самое? Ага. А еще разок. Ну вот и вот. Заметьте, смерти. Здесь все вышло. Что происходит? Все вроде в порядке. О, заметьте. Заметьте сейчас. Ура! Так, ладно, продолжим. Заметьте, после того, как я сказал, что пройдем все быстро, пошли такие уровни, которые сложные.
Нет. Оба-на, неожиданно. Опять немного неожиданно, но ожиданно. Неожиданно, но ожидаемо. Это тоже было ожидаемо. Так, взрыв большой. Или нет? И еще раз туда же. Нет, вот так. Нет, стойте. Минуточку. Ждите. Не так все мы делаем. И тоже не так. Я делал не так. Надо было делать сначала... Арх! Сначала вот так сделать. О! После чего вот так. О, они покатились, все. Можно попрощаться с птицами. Миссия выполнена. На сегодня. Итак, это конец. Спросите вы. Вы ждали меня такой фразы, надеюсь. Ладно. Так, птица забралась наверх. А теперь куда же? Теперь взрыв, который уничтожит всех внизу. Серьезно. Они уцелели. А ладно. Еще разок. И вот так вот. Ну вот и все. Обнаружили свою победу. 3 звезды получили. Что-то не то, да? Или все то вроде. Все. Заметьте, мы делаем как незамысловатые движения, но все получается. Опять немножко осталось. А что делать теперь, спросите вы. Ладно, вы ничего не спрашиваете, я знаю уже все о вас. А вот так, мне кажется, даже еще лучше, чем было. Вы тоже так считаете? О! Как раз одна птица для одной свиньи. Ну вот и ждем опять. Чего-то там опять. 3 звезды, отлично. Мы очень рады, очень сильно рады. А, кривой! Хорошо, перезапустим игру. Так, затем летим сюда. Ой, нет. Видите, динамиты внизу? Да, их нужно победить было. Нет! Ай-яй. Хорошо. Да ну, плохо. Хе, давай еще взорвись. Мощным ударом. Ага. Запомните, деревяшки никогда ничего не атакуют мощным ударом. О. Что тут хорошее есть, возможно. Оба-на, все упало, взорвалось. Вот это неожиданность. То есть, в таком случае мы продолжим. Естественно, опять будем продолжать. Что ж мы еще будем делать, кроме этого? Вот. Да, этого никогда не сделаете. Одной птицей. Это, в принципе, невозможно попасть по этой свинье одной птицей. Нужно 2.
Теперь думаем, что делать. Есть вариант попасть сюда. Ну или в яблочную корзину, но это не нравится мне. А-а-а, плохо. Что еще? Да, я вижу, сверху камни есть, но они не помогут нам. Так, еще разок. А мы сможем повалить что-нибудь еще? Нет. Все, запустим туда же. Яблоко не надо ломать мне. Давай, взрывай все. Ну вот. Заметьте, в кустах могут быть золотые яблоки. Если что, если вы играете в эту игру, то проверяйте. Если, конечно, ничего не собрали. О, нет, опасность. Надо спасти всех птиц. Это последний уровень, как вы понимаете. Что-то типа босса, но на самом деле его нету. Теперь я такое же говорил. Так, вот. Осторожно, ящики.